Сегодня Московский районный суд вынес приговор Михаилу Анисимову. Напомню, 24 марта в Чебоксарах произошло страшное ДТП. Двигаясь по проспекту Максима Горького, Ford Focus на высокой скорости столкнулся с «Ладой» 14-й модели. Водитель и пассажир «Жигулей» погибли на месте. За рулем «Форда» был 18-летний школьник. С места ДТП он и его друг скрылись. В ту же ночь виновника трагедии задержали дома. Он был пьян. Суд признал Михаила Анисимова виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух лиц. Также молодой человек виновен в том, что оставил пострадавших без помощи, после чего они скончались. Суд приговорил Михаила Анисимова к 7 годам колонии-поселения. На 30 месяцев его лишили права управлять автомобилем. Также виновник трагедии выплатит 1 200 000 рублей. По 600 тысяч каждой стороне в качестве компенсации морального вреда. До этого по 250 тысяч уже было выплачено им добровольно.